Действия по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении являются преступлением, предусмотренным статьей 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. За такое правонарушение можно лишиться свободы или права занимать определенные должности. Подробнее об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Одинцовская городская прокуратура разъясняет, что за нарушение действующего законодательства в сфере незаконной миграции уголовным законом предусмотрена уголовная ответственность. Согласно проанализированным статистическим данным, наиболее часто совершаемым преступлением в указанной сфере является совершение преступления, предусмотренное статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за фиктивную постановку на регистрационный учет иностранного гражданина лица без гражданства по месту пребывания, законодателем предусмотрена уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы. В связи с чем Одинцовская городская прокуратура предостерегает граждан от фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства без реального намерения регистрирующего лица предоставить регистрированным гражданам место для пребывания и проживания.